Всем привет! С вами Ярославна Громакина, канал «Наши дети». И сегодня мы в Paint будем рисовать месяц со звездами. Чтобы зайти в Paint, вы выбираете в нижнем левом углу кнопочку «Пуск». Все программы стандартные. И стандартных у вас находится Paint. Выбрали Paint. Чтобы нарисовать красивый большой месяц, выбираем вот фигуру овал. Растягиваем ее вот так. Затем у нас здесь выделено, да? Делаем выделить. Выделить прямоугольную область, наверное, еще раз тогда. Выделим. Копировать. И вставить. Вот. Сделаем прозрачное выделение. Так, вот вставили. Так, поровнее. Вот так. Теперь мы будем все заливать. Выбираем заливку. Вот эта кнопочка. Заливка цветом. Выбираем черный цвет. Заливаем фон. Заливаем ненужные фрагменты. Таким образом у вас остается луна. Ну, луну мы, скорее всего, сделаем желтую. Точнее, месяц. Ну, какой же месяц без звезд? Поэтому выбираем звезды. Рисуем звездочки, какие хотите. Можно разных размеров. Чтобы это все было очень красиво. Вот. Также заливаем их. Убираем заливку и заливаем. Ну вот это, в принципе, самый простой способ, как нарисовать месяц со звездами. А на сегодня у меня все. С вами была Ярославна Громакина. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока-пока.